С вами Вика, и уже началась учеба, и всем нам сложно организовать себя и как-то все-таки начать учиться, поэтому в этом видео я вам покажу несколько идей для организации своего пространства и рабочего стола. Ну а перед началом видео я хочу вам сказать, что если вы хотите от меня какой-либо тематический DIY, там сериальный, из мультика, из фильма, из книги или еще что-нибудь подобное, то обязательно пишите внизу в комментариях, и я сделаю для вас такое видео. А без дальнейшей болтовни мы начинаем! Для первой идеи нам понадобится фоторамка, распечатанная картинка с цветами, также квадратики 2 на 2 сантиметра и цветной скотч. Для начала я приклеиваю наши квадратики, кстати, их понадобится 35 штук, а затем украшаю все это скотчем. После этого я ручкой пишу цифры от 1 до 31, а потом карандашом пишу дни недели, чтобы потом их можно было стереть и поменять на подходящий месяц, тем самым сделав наш календарик многоразовым. Затем по краям я приклеиваю надпись «Hello September», чтобы потом можно было с легкостью отклеить и приклеить, например, «Hello October». Для следующей идеи нам понадобится для начала ножницы, бумага и краска. Для начала я вырезаю 5 одинаковых флажков-треугольников и раскрашиваю их в черный цвет. Далее можно использовать как краску, так и корректор, но корректор удобнее, быстрее, и так получаются наши буквы гораздо аккуратнее. Я пишу корректором наши буквы и составляю слово study, затем прикрепляю скотчем на нитку и все. Для этой идеи нам понадобится распечатка цветов, также прямоугольники приблизительно 5 на 3 сантиметра и клей. Для начала я их вырезаю, располагаю как мне нужно и приклеиваю. Затем я приклеиваю надпись My Week. Кстати, ссылка на все эти надписи будет внизу к описанию. После того, как все это я приклеила, я пишу ручкой дни недели и заполняю наш планер. Да, этот планер не будет меняться, то есть здесь мы пишем то, что мы точно знаем и то, что не изменится. Например, с 8 до 3 у меня учеба, с 7 до 9 у меня танцы, во вторник репетитор, в среду я сама занимаюсь и тому подобное. This is my fight song. Take back my life song. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео, поэтому поставь палец вверх, подпишись на мой канал, напиши внизу в комментариях, какой от меня DIY именно ты ждешь, и увидимся в следующем видео. Пока! I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA, I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me.